Үмүтү түгүнэн күндү кэрэччилер битэхиги божок ускай бирини кэрэгот. Бүгүнгү дахары бутыгар Хотубугуэлэнгэ Федеральный университет педагогический институту гэр нылчыттых бут. Биги кааптырабы түлэтин билэхиннэр яхпэн бағарабын. Ага, бастатан туран оттон тух барты историялах. Олэхин тэхинча тогус сүз агон бир сыллаака биги отделэнне бута халлы бута. Олонно пединститут игер, олоннина боллагына учуталлар, бу алын сүйөк учуталлара бары республикага атын кораттарга беринеллерде. Олонно Магадан корат, Москва коракка, ага, Ленинградка, оннатон Комсомольск на Амуре гына раз кораттарга беринен үрдү көрө калаллерде. Онтон бу этилди битин курдук, тыгынча 911 сыллак кадабиха университет бут үйүнен бу алын сүйөк учуталларын белемнер кафедр ахыллан, бу кырчык улахан уже сетихи болбута. Онтон ла бу уже түрдүн 2 жылы буга алын сүйөк учуталлары үрдү көрөх дойдуларга алар кыяктаактар. Онун табиги онун улахан билден турар сыл сорук турорна бут билен даганы. Ага, онно отчаларга тун биги наставниктар быт. Ага, декан Дмитрий Алексеевич Данилов отчаларга те. Онно кини онно педагог-организатор бастакы кааптыраны Терибит Матрёна Денисовна Кермагенова биге мен билдер наставник быт. Отчаларга кинилер сагалан бу үчөйбө айты күлөнү туруран. Оңорбут үлелерин салгамыт бу үлели хиджабыт. Тон уже историятыны кыратык сырдаттакка Матрёна Денисовна Сабедесей Дэвидин кенне, Степан Константинович Голодезников аме скапыда Сабедесейнан үлели хиджабыта. Онно үчөй байтык саха салатын сайынларан ол үле барбыта, 5 сылы хигер. Онтон уже бу сүйрбе 3 сылы баха Николай Дмитриевич Неустроев өр багайы бу доктор наук кафедран салаян хиджабыта. Онтон бу эки тыгынча 15 сылтан мен салаябын. Оннотон улахан эпетнес курдук бээбир көрөр боллагам дии. Оннотон этиякпын баарымын биги сылбыт сорукпут жану билиген алын сүйөк учуталларгар улахан эрдебил турар. Ага, того жетекка то кыра класс учуталлар, кыра олор, кыра класс олору билиген улахан болгомтого надыяллар. Ага, тоох барата кем улар ия турар, олеген билинге колор атын багайлар диякпын багарабын. Ага, онно учутал уже билинге учутал ордук белемнек болуннады. Психологическая подготовка, теоретическая подготовка, лок юстях полох тахти. Олеген онно биги бастатан туран тон бу арас программалар келлере би түрөк бүтүн сайынна работал курдук. Биги кафедра бут бастыкнан урутусе магистратура бакалавриат кирен сахана бит институт тегенен бастыкнан магистратура кит бите биха. Ага, онна тон кир гэбет кэтэкэ биха бастыкнан боллан эки профилла хаме уникальны направленияларга алыптара. Детекпен баарын бастан эти начальное образование и тьюторство в малокомплектной и кочевой школе «Север-1» Арьяджевыппыт. Ол уникальный программа это «Россия Дюнен». Того детекка онно үстылынан өретерді біті олар бұтын. Сақалы, әбәне, әбәнкелі. Ага, онна бұтын арас этна педагогика түттін, этна культурна өректәң түттін әлбәқ дисциплина кейд біті. Онна ол программаның бұлі үчөй байтық олар білімнен тақсы біттара. Ага, ол программаны сүрдәгән интерьерлері де Соғыруттан, Москваттан ең запрос бөгі көләтчі арктической программалар көріп. Ол онно интерьеріне байме целый бір опыт ылбып бұтылаған, онтынде тьютерство программаты қаратық оларыян, олен білі қаратық ол салғаммаққа бақа тоқтабыта. Онтын кәннеке болан өте магистратура рейбіп бұт, бастықынан ол болағына ме педагогическое сопровождение детства в условиях Севера-1 әтігіп, ол онно бейме сылбыттен именно мындык многопрофильный курдук белемнеген эте улата дошкольный үлехеттер, онна десат үлехетте, онна начальный класс учутала били ман теоретическая подготовка та бирге болдун ден өйдөбүлләх магистрдер тахарын ден сыллаах эте программа быт. Ол онна мечо ибадык сетерен оголор тахсыбыттара.
Онтон бу иддабил быгытынан год педагога дополнительного образования бол бутыр эме биги инициатива ламмыт. Тогоди такка биги сылбыттен эме бир түттен тыс колотыр белемнер боллах бут юксе биги колор бутынны бараллар. Олеген били многопрофильный рукаттан биги тон кафедра бут рукаттан аннук лаборатория улелир. Олеген били малокомплектные школаларга белемнерге оннордук трудоустройство түттен оголор били харсқаллах, хаддар белем болуннар ден элбэх профиллах учитель начальных классов, то начальное образование и дополнительное образование, день программы Галлывыта. Блин была, но программа Милю Литурар. Олынина, ол программа Игер. Музыкальное направление барыте, декоративно-прикладное, он художественное ден, а раз этимник эстетическое тутен саиннары ден. Он там был лана белеген, были кадр тарбутин уларьян, программа вот это были уларьян, блин тухте это вот он набиеха үксе оғылар, тух оғылар киреллер, лидер оғылар киреллер. Кайдар янок бахатай дыдларгар, нахачи организатор, педагогтар, альбахпай оғылар баллар, студатриаттарга егин активно кыттар оғылар баллар, набу бияха пед институт егер пед отряд дар ден бар. Хеп онны бия олар бұт наға сүрдән активны кытталлар. Олейін біле оны көрөмөт бияге атын қайысханан ары тупсаран бұйылгаттан 2 тыгінші сүрбе үс сылттан бұ начальное образование и дополнительное образование ден программа бұтын каратық оларытан культурно-досуговая деятельность енге направление латы бұт. Хеп Олегинен были лидерской, он был организатор подготовки лараки гурдунден. Хе, была такие иллер, ики профильлях по антахсаллар. Он то на все бир направления вот на тех, пом багара вон биеха рукатан, а то все улелигиджи вот на газ урдях учугей лаборатория, лаборатория этнокультурного образования барыта имени Александры Дмитриевны Семеновой. Он ноджа беги педагог, наставник тарбыт, битериэннер бит, сюрдяг учугай педагог тар, бо авторы этнокультурных технологий. Мунюстан манна улелигиджи бит тара, чой байтык, ол улебит оттон, ол улебит салга мыт, как бы на общественной инициативе салгыгиджи бит. Отон бо этияхпын багарабын, кимна улелебиттерин, эме отоголан этияхпын багарабын, ол билен тур Ким Николай Дмитриевич Неустроев, он убли кимня гатта сагалабта, Александр Дмитриевна Лын, Александр Дмитриевна Семенова, кинята сюгерол лаборатория, он на тон Ульяна Алексеевна Винокурова, он на лухкахтахтук моннян идея берен, Джахайль Бех Калата Нурбута, Екатерина Петровна Чахардуна, он тон Петр Петрович Кондратьев, маннык курдук учугай педагогтар бияха, маннык олонку педагогикатынын сүрдаганы чөйдик сайыннарын үйрөппеппит. Оғыларға оны факультатив, еген дисциплинайын кербіте, онына учуталларға үшірді үлі бар бұта практическайды. Ол үлі бітін салғамыд, беге ме білі күйірдәмед. Аны білейін стандарт бұт ғырахана ден тоқтен, бұт ғырахана болу да. Білейін федеральный стандарт сүрдіған күйірді. Олеген болланы бұл национально-региональный компания мұтығар қайдары чағы ғаян қалбы құртып бол бұта. Олеген білі қайдары бұл сөтеке сұйыл бұт сұрық бұт Северо-Восточный федеральный университет үліңі университет бұт сұйылы сұруға ты сколотыгар, саха сколотыгар белем нехен боллағы дючуталлары. Олеген білі нұк сұйыл бұтын өйдемет маннык сахалы тыннах все-таки учуталлар белемнир сыл турар деммит. Оно тутухаммыт беги был программа ики глыба тути белемнэти бит. Ики был гаттан бу год педагога и наставника. Тух кирер болла программа. Ханга программа киллер бит. Начальное образование и учитель родного языка и литературы. Ол тогоди так бихи основной сыл бутен онно алын сюхек учуталларын алын сүйек учуталларын сахалы ускуолаға белемнәммит. Ол сахалы білі айымнелары ұрытан, үчігейдік олық культураларын білен, тақсар учуталлар белем болуынлар деммит. Этияқпын бағарабын бігі бұл алын сүйек қапыдыра өлеті традиционна салғана турар. Традиция бұтын күстіяқты тұтылғабыд. Онны бұл год педагога и наставника бігі саңатын ұлар күрдік бұд. Аңа программалар арыяммыд. Оннан биги санаабытыгар бу биги үрөкпит сахалы саха оготугар септек программалар септек белемнек учуталлары белемне жебеттен саналаакпыт оннан сүдүлели турокпут тенерлекпит. Мы участвовали в республиканском конкурсе юных педагогов крылья педагогики
совместно с общероссийским конкурсом «Серебряный пеликан». Это был первый конкурс в Северо-Восточном федеральном университете. Он проходил впервые, и мы в нем приняли участие. В нем всего принимали участие 13 студентов, мы были одними из них. И на этом конкурсе принимали также участие и были в качестве жюри 9 приглашенных гостей. Это ведущие учителя года прошлых лет и профессора и доктор педагогических наук. Мне было очень волнительно участвовать в этом конкурсе, потому что до этого у меня было мало опыта проведения уроков, но я считаю, что я хорошо выступила. Было очень хорошо работать с детьми, все были активны, и на своем опыте я поняла, как хорошо учить детей. У меня появилась мотивация. Появилась мотивация зарабатывать интересные уроки. И, в общем, конкурс показал, что уроки могут быть интересными и захватывающими. Для меня этот конкурс был первым в качестве участника. Я принимал впервые тоже сам. Было очень волнительно, я переживал. На себя я очень сильно так не надеялся, я думал, что я не пройду. Но в ходе работы и подготовки к этому конкурсу я понял, что я чего-то стою, что во мне это есть. Учительская жила, за меня взялись мои преподаватели, мы вместе постарались, и я вошел в тройку финалистов и по ходу занял второе место. Получил много опыта. У кого-то, с кем-то поговорил, с этими же профессорами. Они мне дали очень много напутственных слов. Я много чего нужного очень почерпнул с этого конкурса. Я попал в этот конкурс. У нас был отборочный тур. У нас внутри нашего педагогического института. Он назывался «Педагогический дебют». И в нем мы заняли первое место. Моя группа заняла первое место. То есть в этом тоже педагогическом дебюте я проводил урок, и по окончании этого урока кафедра приняла решение, что я буду участвовать в крыльях педагогики. Студенческая жизнь очень захватывающая жизнь, она самостоятельная, ты уже отвечаешь сам за свою жизнь, она очень интересная, в ней очень много общений, очень много чего интересного, каждый день ты развиваешься, знакомишься, что-то узнаешь, где-то участвуешь, принимаешь какое-то участие в различных развлекательных мероприятиях, спортивных мероприятиях. Все делаешь все для того, чтобы развиваться как личность и стать профессиональным педагогом. На конкурсе было 5 этапов. Первый этап у нас было тестирование на общую эрудицию. Второй этап был у нас классный урок. Мы вели классный урок на протяжении 20 минут. Дальше третий этап был у нас проведение уроков. И четвертый этап у нас был рецепт урока, где мы рассказывали методологию, технику выполнения урока. И самый завершающий этап был разговор с наставником. Была эта беседа с вот этими вот профессорами Андреем Наумовичем Вофи. И мы, 3 финалиста, отвечали на очень волнующие вопросы современной педагогики. То есть, например, как вы представляете себе школу будущего, какие проблемы есть в нынешней школе и так далее. Мы отвечали при полном зале, то есть на нас смотрели и слушали наши ответы учителя, наши преподаватели и гости приглашенные. Было очень волнительно тоже отвечать и очень интересно. Верах Наркома, Джекускайдава педагогический институт бастыгы директора Иван Пудович Ригусов Тарауэта Сюсюрбебес Сахагар Анаммыт выставката сюрахтанар. Бу выставкава СВФУ научная библиотеката, Сахасири национальная библиотеката, онна музей истории высшей школы фондалара Арлан Тураллар. Выставкавыт раритетный материалы нам болар Иван Пудович Ригусов тыгынча тогу сюс отутики хлака хурибут верах день кенегета болар. Бу кенеге ясысыр он сылыгар ананан сурулуыда. Он навалал нам музей истории высшей школы Беха, кини личные документы Ренберен, Бехеги был кордерен Труравит. И какие-то гинча он алта, он и какие-то гинча алта, сулака, так сывут студенты Дерби Сарген Аар, кини гендерен Тухунан, ко всех помарам. Вот тут сулар Анен, сегет так один, Юрдюк Юра Хакалатен, Тюрбит,
Иван Пудевич Жигусов. Атын уйтетері, чуга саймаға татты улғын үтелағы чутала Дмитрий Степанович Жигусов сурын бұд. Онна Карякин Анатолий Георгиевич, физико-математическая наукатын кандидата, СВФУ профессора, монографияны хурын бұд Жигусов Иван Пудевич, очерки и заметки о времени и жизни дин. Бұ аптардар өрш сылылар мұспут үлелерін түміге болыр. Иван Пудевич Жигусов түріттячілерттен сағалаан, олығын кердейскемнерін, отчетағы бастықы студенінерін, ақтыларын, онына архивный документар хатқылар келбіттір. Ол күрдік түгінші тоғы сөз сүрбе тоғы сыллаға Платон Алексеевич Аюнскай кәнетті нарком просвещение бұта бол бұта. Түгінші тоғы сөз отуты сыллаға үйерәқ үрдік арыларын тұғынан етсік постановленияларды тақсы бұта. Түгінші тоғы сөз отуты сыллаға Жегускайдағы педагогический институт арылылан қайдыда құлелән сағалағытын тұғынан бар бейі выставка бұтығар. Түгінші тоғы сөз отуты сыллаға кені өстіғ болан қайылын репрессиялымыды. Түгінші тоғы сөз чордан сыллаға қайыттан тақсыр репрессията сабылылар дейлады. Гынан барын түгінші тоғы сөз сөрбелбе сыллаға бары қоға чордан екі сағығыр ғылжын ұлықтон тұрыр. Икі түгінші сыллаға ата реабилитацияланын түрәбіт нарыотын сайынларыға үләләбіт, нарыотын үйрі қаритін атағар тұрыр бұд. Бөден қылатын келдер біт саха нарыотын бір чулу болы Иван Пудевич Жигусов болыр. Да, идея возникла еще в 2021 году. Наверное, скорее всего, идея ради идеи, что-то вроде из категории «надо что-то придумать интересное». Вспомнилась идея, была такая раньше игра, мешочек, в который складывали различные предметы, но они в основном имели объем, и детям нужно было на ощупь, не глядя, эти предметы разгадать. Палка, конус, шар. Мы подумали о том, что эту идею можно было бы на самом деле перенести на традиционный якутский быт, на наши национальные темы, и решили сделать их в плоском виде с применением современных технологий, об этом я чуть позже расскажу, и несколько расширить вообще функционал. Ольга Алексеевна у нас очень хорошо рисует, творческий человек, и мы готовили вот таких вот 16 различных карточек на разные темы. Вот, ну, я их нарисовала, Юрий Вячеславович их оцифровал. На каждой карточке есть незакрашенные области, как вы видите. Которые соответствуют вот конкретной фигурке. То есть ребенок должен увидеть на карточке изображение, понять, какого элемента не хватает, и на ощупь среди всех остальных предметов найти нужную фигурку. Но это только один из сценариев игры. Всего нами было проработано 8 сценариев различных. Все они прописаны в инструкции. Вот здесь. Более того, все карточки и фигурки, они подобраны тщательно с определенным смыслом. Есть определенные смысловые пары, например. Это у нас вот огонь и лед, огонь и снег, да? Например, у нас есть группа, отвечающая за животных. Собака, олень. Есть птицы, например, отдельно. Более того, есть фигурки, которые легко спутать на ощупь, которые имеют идентичную на ощупь форму. Вот, например, листик. И очень легко спутать с пламенем. Поэтому для того, чтобы правильно угадать форму, ее нужно достаточно тщательно прощупать. И делается это желательно одной рукой, ведущей. Для правши правой рукой, для левши левой рукой. Вообще основная идея этой игры направлена на развитие мелкой моторики пальцев. Мы знаем, что это напрямую связано с речевой активностью ребенка. Есть определенные в развитии ребенка сенситивные периоды, такие окошки. Время, когда влияние на ребенка в какой-то области, оно является наиболее результативным. И вот эта игра, как раз вот поиск фигурки нужной формы, как раз напрямую влияет на развитие речевой активности ребенка. Но несмотря на то, что в игру можно играть со старшего дошкольного возраста и в начальных классах, мы это делаем и со взрослыми в свободное время. Достаточно весело получается. А мы еще подали на патент где-то в октябре прошлого, 2021 года, и получили
в декабре 22-го. Да, это был патент на промышленный образец, то есть игра защищена авторским правом, и права принадлежат нам, Сотгалексии. Интерес возник у кафедры специального дефектологического образования. Они оценили потенциал, может быть, даже увидели в нем что-то больше, чем мы как авторы. На самом деле часто бывает так, что что-то изобретаешь, а потом открывается какая-то дополнительная грань или какая-то дополнительная функция. Ну, надеемся, что это будет полезно в дальнейшем. Думаем над этим. Ага. Еще у нас очень много планов в будущем. А так, по идее, еще направлена игра на то, чтобы вот современные дети знали название предметов. Из якутского быта, например, очень многие не знают, что такое чакпарах, чаран. И даже те дети, которые не умеют говорить по-якутски, но чтобы хотя бы знали вот эти названия.